Еще одну комиссию, которая прошла в ситуационном центре, посвятили безопасности дорожного движения. На ней речь шла о состоянии проезжей части и профилактике детского травматизма на дорогах. Заместитель губернатора Игорь Кузнецов дал поручение представителям муниципалитетов создать в сжатые сроки проекты программ для эффективного софинансирования по федеральной программе повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы. В рамках долгосрочной целевой программы уже предусмотрены подарки первоклассникам от администрации округа. 630 ребят получат набор «Азбуку безопасности», в которую входит расписание уроков с важными напоминаниями правил дорожного движения, памятка ученикам, родителям и календарь с рекомендациями. Кроме того, для школьников подготовлен цикл профилактических мероприятий. Что касается организации безопасности на проезжей части, то за подготовкой дорог и улиц в зимний период будут следить единая комиссия из представителей окружных и городских властей совместно с сотрудниками ГИБДД. Они будут оценивать техническое состояние автопарка компании «Дорремстрой», которая занимается обслуживанием улично-дорожной сети. Заместитель главы администрации Заполярного района Алексей Михеев предложил организовать техосмотр для сельских поселений округа, чтобы не возникло ситуации доставки транспортных средств в город для прохождения ТО.